Всем привет, с вами Магия, это видеоблог магазина Sneakerhead. Сейчас нам приехало очень много крутых новинок и хочу рассмотреть их вместе с вами. Погнали! Первой интересной новинкой стали конверсы 70-ки. И это не просто конверсы, конверсы, отдающие дань уважения черным игрокам, которые, как сказать, боролись за то, чтобы больше афроамериканцев смогли выступать в Национальной баскетбольной лиге. Национальной баскетбольной ассоциации, извиняюсь. Это были Натаниэль Суитвотер Клифтон, Эрл Ллойд и Чак Купер. То есть это три легендарных цветных баскетболиста, которые, можно сказать, повлияли на то, чтобы игра действительно поменялась. Чем примечательны сами кроссовки? Во-первых, они выполнены из очень приятного нейлона, что редко для обуви и редко в последнее время в кроссовках, тем более в кедах. Но нейлон просто невероятно плотный и очень высокого качества. По видео это сложно передать, но только то, что эти кроссовки хорошо держат форму, ровно стоят, уже говорит о том, что они как-то уплотнены. Мне безумно нравится язычок, который простеган, но при этом нет лишней набивки, он остается таким же тонким. Интересный принт сзади с названием Sweetwater, точнее, погонялом этого игрока. И поскольку он любил очень газировку, колу и различные лимонады американские, которые на самом деле они оставляют себе, не присылают на импорт, у них действительно очень вкусные свои газировки. А винтажные газировки, я думаю, еще более вкусные были. Ну, собственно говоря, вот такие 70-ки, как обычно, увеличенная подошва. Плюс здесь дополнительно рант для жесткости сделан. В цветах Нью-Йорк Никс. Как я понимаю, наверное, он играл за эту команду. Ценник на эти кроссовочки будет составлять 8200, что, в принципе, является средним ценником между премиум-моделями Converse и обычными силуэтами, которые стоят около 4. Золотая середина. Кроссовки интересные, с очень крутыми деталями. Что стоят только петли для шнурочков в такой золотой оправе. Смотрится действительно дорого. И я небольшой фанат Converse, но когда что-то такое с возвратом к корням, ну, это интересно. В любом случае, очень интересная модель. И сам пак очень жирный получился. Далее у нас идут New Balance, две модельки, это 850 и 997S, в интересной расцветке, напоминающей мне закат, мы их прозвали Sunset в офисе, потому что действительно напоминает, если любите игры в духе Vice City, эти цвета вам 100% зайдут. Мне очень нравится переход, точнее градиент на сетке на модели 997S, я такого не видел, честно говоря, чтобы так окрашивали сетку, смотрится это шикарно, и возьму себе на вооружение такую историю. Плюс, если продолжать разговор о 997, появилось вот такое углубление в подошве. Подошва у нас NK Preview, и здесь написано контроль приблуда, ну, девайс это приблуда, там какая-то штучка, motion control, это, ну, контроль движения. Приблуда для контроля движения какая-то появилась. Интересно. По цветовому решению и по общей форме мне более ближе эта модель, но я бы на второй план сильно не убирал 850-е, потому что они сейчас сохраняют силуэт того, что действительно будет актуально. Простые спортивные кроссовки. Здесь, конечно, есть легкий намек на dead shoes, но они все равно не такие громоздкие, более узенькие и входят в современный тренд простой спортивной обуви. Значит, ценник у нас будет 14150 и 12450 за 850. Мне попались такие крохотульные размерки, но вы уже знаете, что это такое. Это Air Max 2090. Что появилось нового здесь? И что, собственно говоря, олицетворяет модель 2090? Это, конечно же, легкий взгляд в будущее. Дизайнеры Nike решили придумать, как выглядеть будут кроссовки на баллоне, скажем, в 90-м году. Попали они в цель или нет, судить, конечно же, вам, но по мне модель действительно имеет свои сильные стороны. Во-первых, у нее очень красивый силуэт, чего мы не увидели в предыдущих годах на актуальных моделях. Эта модель имеет действительно очень красивую форму. Здесь прекрасно
сочетается вот этот 180-й баллон, мы его так между собой называем. Отлично он сюда подходит. Плюс вот эта силиконовая обтяжка, можно сказать, подошвы. И задник, переделанный от классических 90-х, добавляет каких-то футуристических деталей. Еще интересный момент — это кольцо на язычке такое. Для удобства подтягивания язычка, но оно при этом сделано не в форме круга, а овала, и при этом направленного под 45 градусов в бок. Интересное решение. Плюс они склеены из двух материалов. Это подносок и верхняя часть сетки, которую, как говорят, может быть и можно отрезать, но я рисковать бы не стал. Как кастомщик вам этого не советую делать. Цена на обновленные Максы этого года 12 490. Ни много, ни мало. Нормальный ценник для новой актуальной модели. Так что советую к ним присмотреться. Далее у нас модель Saucony 5000, или как у нас их называют, Saucony. В интересной расцветке, такой весенний милитари, я бы его назвал. Мне нравится из пары, это, конечно же, Gum Outsole. Он отлично заходит этой паре. Плюс винтажный цвет Midsole, он не белый, он такой кремовый. Сочетается, в принципе, с нижней деталью по всему периметру из бежевой замши. И уходят такие зеленые тона, леса, вуд, все дела. Не знаю, мне нравится, пара недорогая. И, в принципе, довольно-таки качественно сделано. Отличные материалы, приятная замша. И недорогой ценник в 9100 только украшает эту пару. Плюс мы получаем еще и золотистые детали на самом язычке. Так что советую присмотреться для любителей ретро-раннеров. Отличный вариант. Далее новинка от Puma. LQD-Cell Upsilon. Это интересная переработка классических селов с добавлением новой технологии, которая так и называется LQD Cell. Что это такое? Это гель. Вот, собственно говоря, здесь можно его прочувствовать. И вот в этих желтых деталях довольно-таки мягкий. И, как я понимаю, технология Cell заполнена этим гелем. Кто не знает, что такое технология Cell, это такие пазы, которые обеспечивали амортизацию. Сейчас в них добавили вот этот мягкий, приятный гель. И получилась новая модель. Тоже новый современный взгляд Puma на ретро-раннер. Плюс к этому всему мы получаем мягкий язычок, наполненный интересным бифлексом довольно мягким. Это не просто сетка, это такой блестящий материал, похожий на бифлекс. Мне кажется, что это он и есть. Ценник 8990. Тоже недорогие ценники при нынешнем курсе. Отличный вариант для любителей чего-то белого, яркого. Погода, слава богу, позволяет. Далее новинка от Adidas. Теперь буду говорить как Сэм из студии 21, называть все американские иностранные слова с правильным произношением. Если говорить правильно, это Oswego... Нет, неправильно. Adidas Oswego TR. И здесь прекрасно соблюдены тренды на милитари, на вот этот вудленд, оливковую тематику. В принципе, этот тренд, как я понимаю, продолжает идти, никуда он не девается и остается актуальным. Очень классная деталь ко всему милитари было добавить такой инфаред цвет для лейс-лока. Прикольно. Плюс здесь используется сетка, точнее не сетка, а синтетический материал, в духе военизированных тканей, как, знаете, используют Wetups, Carhartt. И вот здесь такой номер пробит, как будто это с оборотной стороны какой-то военной сумки было взято и сделано из него. Здесь вот модель, номер, все это. Ну, как на военке, на рюкзаках или там, не знаю, на куртках печатают. Здесь вот соблюден этот момент. Не знаю, к чему пара сделана именно в таком духе, но смотрится клево. Мне очень нравится протектор. Жирный, качественный протектор, который прям, ну, не будут скользить, они у вас 100%. Состаренная искусственная прена мидсоль из мягкого адипрена, приятная на ощупь. И плюс не портит визуалку выбивающийся яркий белый цвет. Она чуть состарена, с желтизной, кремового оттенка. Внутри приятный неопрен, как я понимаю. Да, наверное, он. И ценник на них тоже приятный. 8990 за такую стремительную модель. Не могу сказать, что это супер топ
но это очень такая, знаете, увесистый средняк, хороший, за отличный ценник. То есть я не уверен, что вы найдете что-то более актуальное и более качественное, потому что при близком рассмотрении кроссовки действительно выглядят очень качественно и достойно. Далее милашки от New Balance, нумерация 608. Я, к своему стыду, про эту модель видел раньше и читал только в интернете. В принципе, держу впервые их, и они мне нравятся. А 2 года назад они бы были просто, ну, must have, реально. Вот когда вся эта тематика немного dead shoes, немного ugly shoes вся заходила, эти кроссовки я просто не могу назвать ugly, потому что они выглядят симпатично. Но имеют довольно-таки большую платформенную подошву, что и сейчас подходит к трендам. Плюс белая расцветка с яркими, но при этом няшными деталями смотрится круто. Ну, не знаю, даже для фотосессии девочка с розовой сахарной ватой в милом купальнике в этих кроссах, ну, просто блеск. Да и ценник 8850 тоже добавляет дополнительных баллов этой модели. Далее интересная модель от Vans с названием Varix. Ну, куча деталей в кроссовках. Давайте начнем поподробнее. Я, как предполагаю, эти кроссовки все-таки для катания. Здесь уплотненный язык, на передней части много замши, плюс есть прорезиненные детали. Как бы для тех, кто щелкает, короче, как я понимаю. Плюс есть интересные отсылки к классике Vans. Это, конечно же, вот эта шашечка, классическая скейтерская ска-шашка. Она здесь присутствует на шнуровке. Ну и, конечно, на элементе для шнурков на языке. Плюс из плюсов. Желтый цвет сделан также переходом. Градиент, как я понимаю, это тренд. И многие бренды уже это используют. Вот мы видим это на этих деталях. Довольно-таки жесткая подошва, сложно гнется. Но, в принципе, то, что и нужно скейтбордистам. И, конечно, классические звездочки или вафельная подошва снизу. Молодцы, Vans. Использовали свои сильные стороны, свои сильные детали. Единственное, что могу сказать, не мое. Здесь немного не моя расцветка. Они слишком для меня ярковаты. Но даже для лайфстайла эти кроссовки вполне пригодны и неплохо выглядят. Но все-таки, как я думаю, это про спорт модель с ценником в 10-190. Так что, если хотите помодничать на споте, я думаю, что вам зайдет. Далее интересная модель, но для меня в странном силуэте. Но, как я и говорил, что расцветка меняет отношение к паре. Мне эта расцветка нравится и нравится на этом силуэте. Это у нас Air Max 3X 96, кто не понимает. Так, что здесь интересного? Полностью они выполнены из настоящей военной ткани с дополнительными усилениями. Это так называют этот маленький квадратик на рипстоп ткани. Вот они. И выполнены все в одном цвете, но камуфляж не классический. Какой-то интересный, какая-то смесь Вудланда и Дак Хантера. Но смотрится клево. При этом имеют черный низ. Хотя я бы здесь, наверное, использовал все-таки гам. Но от этого кроссовки хуже не становится, потому что все-таки детали черные наверху, поэтому здесь у нас и черный аутсол. Мидсол выполнен в оливковом цвете, и за что люблю найковские кроссы, всегда есть маленькая красная деталька, которая подходит к камуфляжу, здесь она на пяточке, и добавляет она вот какой-то трендовой истории. Плюс обычно на камуфляже используется желтая плашка с названием размера, здесь она выполнена с названием бренда. Вот она. Кругленькие шнурочки, классическая система быстрой шнуровки с петлями. Интересные кроссовки. Ценник 12490. Для любителей камо, пейнтбола, военки, милитари, must have. Круто выглядят. Далее модель от Adidas. Такое ощущение, когда я взял эти Night Jogger, что они вот тренды и максимум там, что бывает, неизлечимого с бустом решили исправить. Во-первых, они сделали черный буст, чтобы его все, не надо было натирать, выбеливать и все остальное. Они добавили много 3М рефлекта. И ну все, вот вам, пожалуйста, кроссовки на бусте, суперудобные, 3М. Мне кажется, молодежь должна просто пух,
взорваться голова и сказать, я это хочу. Что могу отметить про саму модель? Они действительно очень мягкие, они удобные и легкие кроссовки. И мне они, поскольку я безумно устал от Easy, Easy 350 V2 вообще, я очень устал. И как не аналог, а противовес сильной модели Adidas, я бы выбрал, конечно, такие кроссовки. Ценник на них 10 990, это на самом деле небольшой ценник для актуальной модели. И плюс здесь Boost, а Boost это действительно удобно, мягко и комфортно. Так что присматривайтесь, потому что для любителей всякого технологичного подойдет сочетание с куртками, там, не знаю, Stone Island, CP Company, можно отлично сочетать. Далее у нас Puma Devo Reptile, и я на самом деле хотел про эти кроссовки поговорить, потому что они на меня произвели впечатление. Если бы не Form Stripe, я бы вообще не понял, что это Puma. Я бы думал, что это из разряда фэшн-обуви, там модель, не знаю, напоминает модели от Fendi, Gucci, ну куда-то вот фэшн. Интересная увеличенная подошва, нестандартной формы, она не прямая, она имеет интересную... протектор, довольно-таки модный, который я люблю, с зубцами в одну сторону. Офигенные материалы, приятная кожа на носу, жирная замша ворсистая сверху, несколько цветов. Все это в интересном сочетании. За ценник 8990 вы получаете действительно качественные кроссовки, которые многие даже считают необходимым. Они прошиты для тех, кто считает это до сих пор супер актуальным. Эти кроссовки прошиты, и используемые материалы, ну, реально не позволит вам как-то заговнякаться, потому что почему-то я обратил внимание, девочки менее ухаживают за своими кроссовками, чем парни. Но в этих кроссовках сочетаются все, мне кажется, тренды и лаконичность. Я прям, в принципе, представляю модных девочек в укороченных брюках, в широком пальто с развивающимся шарфом. И вот в этих, собственно говоря, кроссовках реально они отдают таким высоким фэшеном. Мне нравится. Здесь Puma 5 баллов я ставлю. Очень круто. Здесь даже есть элементы кожи змеи на замше, но они настолько аккуратно вписаны, что абсолютно не выделяются и не портят, никакого оляпистости не дают. Короче, круто. Мне прям очень нравилось. Из женских моделей мой фаворит вообще на сегодня. Далее модель от Asics, точнее, и юбилейная модель от Asics. В этом году 30 лет модели Gale i3. Всех фанатов модели поздравляю, да и поздравляю бренд Asics. Это, наверное, моя любимая модель из их линейки Gale. Что скажу, модель сразу напичкана интересными деталями. Они прозрачны, и это уже вау. Можно модель носить с яркими шнурками, и все, и ты в супер тренде, в супер топе, и твоих кроссовок реально, я думаю, будет мало. Это не какие-то захайпленные Off-White, это действительно крутые японские кроссовки. Плюс, что я не могу не отметить, как фанат модели Gale i3, здесь сделана система вот этого, их знаменитая система без язычка, точнее, с двумя язычками, она выполнена без набивки из такого же прозрачного материала. Так что на лето это просто идеальные кроссовки. Они супер легкие и нет практически набивки, кроме задней части, чтобы вы не натирали. Тоже из мужского, наверное, из мужских новинок я бы выделил вот эти. Это реально очень крутые кроссовки. За ценник в 9490 вы получите... помимо того, что все кроссовочные тренды, так еще и юбилейную модель. Далее модель от Puma, обновленная ретро-беговая модель с названием Future Rider в коллабе с брендом Helly Hansen. На самом деле модель ребята увидели еще в Дубае на презентации и были довольны, собственно говоря, представленным. И вот сейчас они добрались до России, и я могу на них посмотреть. Что примечательно, кроссовки летние, без набивки, довольно легкие, но при этом с жесткой платформенной подошвой.
Ну, интересно, в расцветках от Хелли вообще смотрится прикольно. Одна сторона просто черная, и если перевернуть, во внутренней части уже будет желтая деталь, которая находит отклик еще и в пяточной петле для одевания. Из оценок в 9490 вы получаете, в принципе, интересную модель с коллаборацией с хорошими материалами. Здесь у нас и Эва Нит, и хорошая толстая ворсистая замша, которая будет выцветать и создавать такой элемент винтажности. Далее модель от DC — это T-Fun в коллаборации с Тати Комптон. Это девушка-татуировщик, собственно говоря, на белых кроссовках интересная зарисовочка в виде голой бабенции, тоже татуировки. Мне нравятся белые больше, сразу скажу. Между прочим, разница между кроссовками всего 400 рублей. На 400 рублей стоит дороже высокая модель. Выполнены они из такой крепкой канвы, знаете, в духе... Очень кроссовки подойдут, вот почему-то от них отдает лос-анджелесским духом. Знаете, свободным, скейтбординг, вот вся эта эстетика очень хорошо передана в кроссовках. Плюс детали от самой Тати, это... Как я уже сказал, голая вышитая девочка, ее логотип Тати Комптон, и на стелечках еще есть курящий череп. Ну и татуировки, честно говоря, отдают стилем Лос-Анджелеса. Поэтому для недорогих кет на высокой подошве, мне кажется, отличный вариант. Одни стоят 6650, а вторые 6250. В принципе, это, наверное, самые бюджетные кроссовки за этот выпуск. И от этого они хуже не становятся. Хорошие кеды качественные должны быть в любом шкафу. Далее идет красота за просто офигенный ценник. 6990 стоят вот эти шикарные олдскулы от Vans. В чем шикарность этих олдскулов? Объясняю. Во-первых, расцветка классических Vans, но в духе Shadow. То есть как у Джорданов есть модель Shadow, здесь она выражена в своей интерпретации, но... Теперь переворачиваем эти кроссовки, и мы получаем бело-черную модель. Так что выглядят они действительно интересно, когда смотришь на них уже сверху вниз. Как обычно, они были представлены на всех фотографиях, только с одной стороны. И все думали, о, как круто, это же такой shadow олдскулы. С одной стороны, да, но с другой, говорю, мы получаем еще и классический бело-черный вариант. И это делает еще круче эти кроссовки за свой ценник. Все остальное по материалам супер классика, замшевый нос, текстильные боковинки, кожаный значок Vans. И плюс, по-моему, у этой модели более усиленная подошва, и она имеет какое-то напыление блестящее. То есть раньше я такого не замечал, но это не облегченная версия, это вулканизированная подошва классическая. Так что все по фэншую у них выполнено. И далее вишенка на торте в прямом смысле этого слова. Это коллаборация Jordan Brand вместе с Melody Essanne, их амбассадор. Девушка, которая безумно увлекается Джорданами, собирает их, наконец получила возможность сделать собственную пару. Это большое событие на самом деле для сникерхед-сообщества, потому что не часто ни звезды, ни рэперы, ни звезды спорта удостаиваются чести сделать свою модель. И она, видать, действительно большой фанат этого бренда. Давно с ним сотрудничала и сделала действительно неплохую интерпретацию на 13-е Джорданы, как на мой взгляд. Но здесь смиксовано несколько, плюс ее собственное видение. Модель называется OGSP. Тут, как я уже сказал, явно видны элементы от 13-х. Вот эти вышитые точечки. Сама подошва взяла некоторые элементы с носовой части. И плюс вот эти боковые вставки. Но при этом полностью переработаны. Также отсюда перешла вот эта окантовочка уплотненная. И выполнена она из черного 3М материала. То есть при фотографировании они будут блестеть, сверкать и отлично, богато выглядеть на фотографиях. По внутренней набивке, опять же, здесь использована не классическая, а какая-то уплотненная сетка, что тоже выглядит дороже. И не могу вам не показать, это, конечно же, язычок этих кроссовок с внутренней стороны.
красуется вот такая вот надпись. Читайте, переводите, все не буду рассказывать. Но, как я понимаю, это определенное письмо от Melody вам, покупатели. Цена на них будет 12 490. Это недешево, но не забывайте, что это Jordan бренд плюс коллаборации, и это все-таки лимитка. И кроссовки будут цениться, я думаю, через какое-то время. Потому что, как я уже сказал, далеко не каждый сникерхед в своей жизни удостаивается возможности сделать что-то со своим любимым брендом. Ну и не сказать про яркую подошву здесь тоже нельзя. Получаете еще вот такой вот интересный фиолетовый оттенок и крутую надпись Jordan на гелевой вставке. А с вами был Маги и видеоблог магазина Sneakerhead. Не забывайте подписываться на наш канал, жать колокольчик, писать свои комментарии. Мир!